Всем привет! Ну что ж, настало время показать аквариум, какой он есть сейчас и, скорее всего, что останется, может быть, с какими-то изменениями. Были запущены тетры в количестве 11 штук. Вот они. Вот так было. Коряга оформлена. Это коряга, которая была у меня в 200-литровом аквариуме. Она спереди лежала. Вот на ней мох приросший. Корягу я просто расколол на две части. Так ничего не видно. А вот если вот так. Вот так можно подсветить. Вот так, видите, вот такая коряга. Вот. Креветки тут. С 5-литрового аквариума. Ну, креветки 4 штуки. Где они, не вижу. Но они тут есть. Вот. Вот так это все выглядит. Обыкновенный анубиас. Может быть, я его потом заменю на какой-то карликовый вид. Посмотрим. Там вот на заднем плане это буцефаландра Silver Powder. Ну и вот коряшка. С этой стороны не очень смотрится. Ну а вот так вот ничего. Вроде бы. Так, если светом поиграть, то вот так. Это посредине. И вот так можно подсветку сделать. Ближе к задней части, чтобы рос мох. И коряги освещались. Вот как-то так. Вот, вот и все, в принципе, по свету. Свет включается в 15:00, выключается в 21:00 по таймеру. Вот. Нагреватель, который я поместил вот сюда. Там огонечки его видно, да? Его не хватает. Утром я прихожу, 17 градусов в офисе температура, ну, температура воды. А где-то в середине дня 21. Поднимается, потому что кондер начинает работать, все остальное. Вот это так для поддержания, не знаю, штанов этот нагреватель. Скорее всего, куплю я другой и вот тут вот за коряга его спрячу. Какой-нибудь компактный. Посмотрим. Вот. Ну, пока вот сформировавшийся вид аквариума. Вот, как-то так. Жду ваши комментарии и ваши лайки. Спасибо за внимание.